au sein de la grande diversité des maladies infectieuses, есть много инфекционных заболеваний. Некоторые из них известны: ВИЧ, СПИД, малярия, Эбола. Потому что об этих болезнях постоянно говорят, к сожалению. А других знают намного меньше. Некоторые из них попали в отдельную категорию, и Всемирная организация здравоохранения назвала их забытые тропические болезни, ЗТБ. Посмотрим на этот список. Какие здесь болезни? Трипаносомоз, проказа, онкоциркоз и другие, такие как язва бурули, трахома. У них самые разные происхождения, и некоторые из них по-прежнему существуют, хотя считается, что эти болезни уже канули в лету. В январе 2016 года мир вступил в новую эру, мир цели устойчивого развития, после того, как в течение 15 лет реализовывались цели развития тысячелетия. Тут мысль заключалась в том, что борьба с этими забытыми тропическими болезнями ЗТБ вносит колоссальный вклад в реализацию ЦУР во всем их многообразии. То есть это цель, связанная со здравоохранением, ЦУР-3, задача 3.3, в частности, которая касается забытых тропических болезней. И именно здесь важна деятельность по борьбе с этими ЗТБ. Но здесь затрагиваются и другие области развития. Например, цель номер один. Речь идет о борьбе с бедностью во всех ее проявлениях повсюду в мире. Программа борьбы с ЗТБ играет важную роль для того, чтобы сократить финансовые затраты на здравоохранение. А это связано и с улучшением здоровья населения. А если население, у населения хорошее здоровье, оно может носить свой вклад в экономическое развитие, и тем самым достигается ЦУР-8. Это касается и ЦУР-2, борьбы с голодом, улучшения продовольственной безопасности, улучшения правильного питания, ЦУР-4, обеспечение всеобщего доступа к качественному образованию, шестая ЦУР, гарантировать доступ к питьевой воде, а также к канализационным системам. 11-я цель касается городов, то есть города должны тоже быть устойчивыми. А сейчас я вам приведу несколько примеров взаимодействия между этими ЦУР или в рамках самой этой ЦУР-3. При этом я буду говорить о инфекционных заболеваниях и, в частности, забытых тропических болезнях. Первый пример в рамках этой ЦУР-3 и задачи 3.3. Когда предпринимались попытки взять эти болезни под контроль или их искоренить, то это могло иметь отрицательные последствия. Тут все слышали уже, какие проблемы возникают в связи с применением инсектицидов, пестицидов, в частности, для нашего организма. Поэтому надо прежде всего об этом знать, знать о том, что есть отрицательные последствия. Следовательно, для того, чтобы учитывать эти отрицательные последствия, надо их знать прежде всего, надо их предвосхищать, а в тех случаях, когда это возможно, искать какие-то альтернативные решения, местные решения, целенаправленные решения. Правда, иногда выхода нет, и приходится и дальше пользоваться инсектицидами. Но в этом случае нужно использовать их рационально и учитывать их отрицательные последствия. Еще один пример взаимодействия. Когда возникает задача по искоренению того или иного патогена или насекомого, который является носителем этого патогена, надо учитывать отрицательные последствия для биоразнообразия. Дело в том, что такие насекомые-носители болезни являются частью общей пищевой цепи, частью общего баланса. И если уничтожить одно из этих насекомых, то может возникнуть какой-то отрицательный эффект, который даже не сразу можно будет понять. Поэтому, когда это можно,
Надо вставать на путь местного уничтожения таких носителей. И исходить из того, что если это насекомое не достигнет человека, если этот патоген не достигнет человека, то будет защищен человек, и при этом не будет никаких отрицательных последствий для экологической цепочки и для долгосрочных балансов. Еще один пример. Чисто конкретный пример. Все слышали о мухе ЦЦ, которая передает болезнь под названием трипаносомас. И этот паразит передается и человеку, и домашним животным. Возьмем регион Африки, где существует животный трипаносомоз, с которым пытаются бороться. И для того, чтобы крупный рогатый скот не болел, делается все возможное. Но в этом регионе Африки существует несколько пород крупного рогатого скота, в том числе и так называемые трепанотерпимые коровы, которых вы видите здесь без горбика. Очевидно, они приобрели какую-то устойчивость к трепанозомной инфекции. Есть в этих зонах зебу. Это также представители крупнорогатого скота. У них есть горбик, и они более чувствительны к трепаносомозу. Значит, если уничтожить ЦЦ, то можно предположить, что животноводы начнут импортировать европейских коров, ну, например, шарорской породы, которые дают намного больше мяса, намного больше молока, но у них могут возникнуть другие проблемы, когда они перенесутся в Африку. Кроме того, надо учитывать и то, что будет уничтожен местный генетический ресурс. Поэтому надо учитывать все данные аспекты, и когда внедряется программа борьбы, надо думать о местных генетических ресурсах. Этот пример показывает взаимосвязь, которая существует между различными ЦУР. Если говорить о инфекционных заболеваниях, изменении климата, это еще одно взаимодействие между ЦУР. Очень часто говорят, и это действительно иногда бывает так, что изменение климата приведет к размножению носителей заболеваний, возникнут эпидемии и так далее. Но это не всегда так. Бывают такие случаи, когда наоборот, надо воспользоваться изменением климата, глобальным потеплением, техногенезом, которые приводят к деградации условий жизни и создают неблагоприятные условия для насекомых, которые являются носителями различных заболеваний. Надо воспользоваться этой возможностью, которой раньше не было, для того, чтобы покончить с той угрозой, которую несут в себе эти насекомые, носители болезни. Таким образом, любое взаимодействие – это не есть улица с односторонним движением. Тут есть разные возможности. И если вы зададите мне вопрос, почему надо бороться с забытыми тропическими болезнями и с инфекционными болезнями вообще, я вам отвечу очень просто. Дело в том, что это право человека, 25-я статья Всеобщей декларации прав человека 1948 года гласит, любой человек имеет право на достаточный уровень жизни для охраны его здоровья, его благополучия и его членов семьи. Но этого недостаточно. И мы считаем, что некоторые из этих болезней вполне можно искоренить. Именно это мы и делаем в наших странах. Именно таким образом мы искоренили малярию во Франции.
Надо избегать того, чтобы эти болезни, которые стали менее распространенными, вновь не начали распространяться. Я имею в виду трипаносомоз, я имею в виду зику, эболу, потому что если эти болезни будут побеждены, то они никогда не попадут к нам. Надеюсь, что я вас убедил. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. Faisons-le tous ensemble. Merci.